К работе с обращениями граждан необходимо активнее приглашать депутатов различных уровней. Участие депутатов в комиссиях, которые изучают обращения, требующие детального разбирательства, является очень важным. Особенно это касается земельных споров, конфликтов из-за наследства, сложных бытовых проблем. Максимум внимания следует обращать на просьбы пожилых граждан. Это особая категория людей. Их, в частности, проблемы необходимо решать быстро и качественно. Председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник. Главная миссия депутата – это прежде всего работа с населением. Важно изучить проблему человека, не разделяя ее на маленькую или большую, основную или второстепенную, потому что для каждого обратившегося это жизненно важный вопрос, который во многих случаях требует содействия местных властей в его решении. Такой позиции придерживаются представители законодательной власти, в частности, депутаты Будокошелевского района. Изучить проблему, потому что для каждого человека это все, прежде всего его проблемный вопрос. Изучить эту проблему и, конечно же, оказать содействие в разрешении этого сложного вопроса для человека. Если этот вопрос только в рамках разъяснения, то, зная законодательство, либо изучив его дополнительно, разъяснить человеку нормы законодательства по поднятому вопросу. Если же этот вопрос в плоскости необходимого решения, то, конечно же, поработать со службами, поработать с теми ответственными, компетентными должностными лицами и донести проблему конкретного обратившегося избирателя. И затем уже, будучи уверенным, что вопрос решен, тогда уже со спокойной душой снимать его с контроля. Всего за 10 месяцев текущего года депутаты Будокошелевского районного совета совместно с депутатами Палаты представителей сельского и облсовета провели порядка 400 приемов граждан по месту жительства. В трудовых коллективах еще 530 встреч. Всего в ходе этих мероприятий поступило более 1000 вопросов от населения Будокошелевского района. Из них порядка 62% от общего числа уже решены положительно. Около 37% – это вопросы, которые были разъяснены. В работе сейчас еще находится около 2% обращений. По мнению Елены Алексиной, это говорит о том, что депутаты довольно мобильны, выезжают и работают на различных территориальных площадках, используют многообразие форм прямого общения с избирателем. Сложившаяся форма работы депутатского корпуса в целом Гомельской области, и в данном случае это была инициатива Гомельского областного совета депутатов, собрать депутатов в одну команду, депутатов разных уровней, и организовать приемы избирателей на территории. Поэтому такая форма и действует на территории Будокошелевского района. Когда в определенные обозначенные день, заблаговременно проинформировав наших избирателей, мы приезжаем на конкретный адрес, на конкретную территорию и работаем совместно с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Васильковым Николаем Андреевичем, работаем совместно с депутатами областного совета, это Комко Александром Ивановичем, Трибуна Галиной Петровной. Таким образом, вся представительная власть, местная власть и с участием представителей законодательной власти мы имеем возможность прямого общения с нашими избирателями. Надо отметить, что вопросы, с которыми обращается население к депутатам, совершенно разные. Они, в частности, касаются транспортного, торгового, медицинского и бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства. Сроки же рассмотрения и решения проблемы уже зависят от ее сложности. Нередкость, что вопрос, с которым обращается гражданин, решается прямо в ходе приема депутата. Здесь же сделаем несколько звонков, несколько условных договоренностей. И, соответственно, тут же человеку поясняем, что его вопрос решен, либо ему надо туда-то обратиться за уже окончательным решением. Есть вопросы, которые очень длительно находятся в переписке. Это, как правило, вопросы, которые требуют финансовых вливаний. Поэтому, конечно же, они остаются на контроле. Есть вопросы жилищно-коммунального хозяйства –
которые также требуют финансирования либо включения в определенные перечни, в определенные графики, потому что уже расписаны эти направления деятельности. Поэтому, да, они также остаются на контроле. Но хочу сказать с уверенностью, что ни один вопрос мы не снимаем с контроля, не решив его до завершения. Подтверждение слов Елены Алексиной – встреча главы районного совета депутатов с теми, кто недавно получил реальную помощь и поддержку в решении проблем не только личных, но и местных жителей в целом. Поселок Коммунар Будокошелевского района. Здесь проживает 2500 человек. А еще совсем недавно для многих из них желание заниматься в спортивных секциях было всего лишь мечтой. В Коммунаре был спортивный зал, но его материально-техническая база устарела и требовала капитального ремонта и, соответственно, определенных финансовых вливаний. Данную проблему подняло местное население перед депутатами. Население обратилось к депутатам с просьбой, чтобы инициировать вопрос об ремонте и обустройстве спортивного зала. Было подготовлено письменное обращение, в котором подписались все депутаты районного и местного уровня. Это обращение было передано председателю Будокошелевского районного совета депутатов Алексиной Елене Ивановне, где было все изучено самым подробным образом. После этого Елена Ивановна обратилась к генеральному директору «Беларусьнефть», это Ляхову Александру Андреевичу, который также внимательно изучил данное обращение и пошел навстречу по вопросу выделения денежных средств. В то время на спортивный зал выделили около 700 миллионов рублей. Дальше были организованы работы ремонтные. К ремонту спортзала подключились и местные предприниматели. Необходимое оборудование для внутреннего устройства учреждения закупалось за счет бизнесменов. Результат такой совместной работы, которую проводили, как говорится, всем миром, обновленное и соответствующее всем современным требованиям спортивное учреждение. Сейчас здесь проходят разнообразные спортивные мероприятия. Не только для жителей агрогородка Коммунар, но и в целом Будокошелевского района. Здесь, кроме того, что организованы полноценно занятия по физической культуре для обучающихся коммунаровской школы. Здесь на базе спортивного зала работают спортивные секции от детской и юношеской спортивной школы Будокошелева. 4 спортивные секции. Здесь 2 секции по велоспорту, 2 секции по легкой атлетике. Также от Гомельского центра туризма и спорта тоже есть секция по спортивному ориентированию. Вот. Кроме того, от Уварьевского центра детского творчества здесь организованы, секции по туризму. Надо добавить, что открытие в Коммунаре обновленного спортзала поспособствовало и росту спортивных достижений. Так, нынешним летом на областном туристическом соревновании «Здоровье с молоду» представители Будокошелевщины заняли абсолютное первое место, а на состязаниях по спортивному ориентированию – первое, второе и третье места. Еще одна проблема, которую удалось разрешить с помощью депутатов – открытие дополнительной группы для детей в Николаевском детском саду средней школе. На прием к представителям законодательной власти обратилась заведующая приборским ФАПом Будокошелевской центральной районной больницы Ольга Лопатенко. Меня волновал вопрос устройства в детский сад моей внучки. Я задала такой вопрос, как можно устроиться в детский сад, потому что там не хватает мест в деревне Николаевку. Мой вопрос был решен в пользу того, что ребенок все-таки находится теперь в детском саду, и открыли вторую уже группу детского сада. Как выяснилось, местная власть, решая проблему одного человека, помогла преодолеть трудности с устройством в дошкольное учреждение еще нескольких детей из семей деревни Церковье. Эта проблема была не только Ольги Валентиновны, но и проблема всего населенного пункта деревни Церковья. При проведении собрания граждан, день депутата, данный гражданин обратился к Елене Ивановне Алексиной по определению маленьких детей в детский садик. Таких детей в деревне Церковье насчитывалось 5 человек. В Николаевской средней школе, школа-сад, там имелось 14 детей. Имелась одна группа, и были проблемы с определением данных детей. Потом при обращении этот вопрос был
изучен депутатом районного совета, местными органами власти, и по решению районного совета депутатов в Николаевской школе была образована вторая группа. По численности наша Николаевская школа в настоящее время 96 человек. Благодаря это руководителю хозяйства, благодаря нашим мамкам, что они рожают, как бы в деревне эта жизнь продолжается. И Николаевка как бы процветает в этом вопросе. С вопросом по обустройству остановочного пункта вблизи деревни Широкая обратилась к местным властям Лидия Гузова. Я жихарка вёски Широкая. Это 6 километров от головной дороги туда. Так. И нередко езжу в Гомель, головный наш город областный. И вы ведаете, оттуль другие раз вельми тяжко нам добираться. Вот едешь, и надо, чтобы автобус гомельский областный стал вот тут на углу, на перекрестку на этом, так? А шоферы, водители не хотят останавливаться, а у нас тут нема припинку никакого, нема у нас. И мы не имеем права тут останавливаться. И еду еще далее, вон туда, километров за 4, за 5 от этого поворота до Халуча. Мы платим гроши до туль, и потом надо еще упросить шофера, чтобы он тут остановился, на этом повороте. Возможность появления остановки на повороте к агрогородку Широкая местные жители обсудили на встрече с депутатами. Вскоре и этот вопрос был успешно решен. Теперь здесь для автобусов законная остановка, а жители добираются до своего места жительства, не переплачивая лишних денег. Найти новое место работы и пройти медицинское обследование помогли депутаты жительнице Будокошелевского района Людмиле Мазур. Если раньше из-за проблем со здоровьем ей было нелегко найти подходящую работу, то сейчас она довольна условиями своего труда. Я обращалась к депутату Василькову Николаю Андреевичу. Я узнала, что он находится на территории нашего сельского совета. Я обратилась по поводу медицинской консультации своего диагноза. Он все очень внимательно изучил и очень многим помог. А потом также возник вопрос, где, как работаю, кем. Ну, дело в том, что я работала в Бронницкой школе вахтером, но с 1 сентября наша школа закрывалась. Мне были предложены такие вакансии. Крымская школа вахтер или полеводом. Но так как полеводом я не могу работать, тяжелый труд не положен, а Крымск далеко. Вот наш председатель Куралькова Людмила Адамовна сказала, говорит, мы рассмотрим этот вопрос, может где-то что-то будет поблизости. Но я вот, конечно, не ожидала, что я вот здесь буду работать. Спасибо нашему депутату. Обсуждение вопросов со многими жителями Будокошелевского района о работе местных депутатов еще раз подтверждает, что представители законодательной власти не только вникают в решение проблем большинства граждан, но и каждого в отдельности. Так, на первый взгляд, неразрешимую ситуацию с приобретением инвалидного кресла для молодого жителя Уваровичей Антона решила председатель районного совета депутатов Елена Алексина. Узнала, что прием был с депутатом, зашла. Елена Ивановна выслушала меня, конечно, она была удивлена, что у меня столько проблем, столько пунктов, столько и все в себе. Даже вот даже никто не пытался разъяснить. Если бы наши, да, медицинские, наверное, работники, эти специалисты работали в надлежащем, как говорится, состоянии, ну, порядке, да, они бы усмотрели, что для этого мальчика нужен индивидуальный заказ, нужна специальная коляска, то есть с фиксирующими устройствами, потому что я от него отойти не могу. Ну, с такой вот помощью Елена Ивановна просто, даже когда она нам доставила, я не ожидала, во-первых, я не знала, что это она привезет ей. Ну, вот с коляской мы решили, я очень была рада. Вижу, что у нас в районе есть лидер. Есть вот образец подражания, есть вот человек, который, вот, да я же помню, я же тоже давно уже здесь в районе, да? Что изменилось у нас в районе?
Стоит отметить, что примерно по такому же принципу депутатская деятельность налажена и в других районах Гомельской области. Так, например, в Хойникском районе для изучения и решения проблем, волнующих население, применяются различные формы работы. Приемы граждан, прямые линии, отчеты перед населением, встречи с трудящимися непосредственно на предприятиях, организациях, в учреждениях. Регулярно проводится анкетирование граждан, опросы, мониторинги объектов социального назначения, системы ЖКХ и, конечно же, дни депутатов. Здесь стараются работать на упреждение. Это позволяет положительно решать те реальные проблемы, которые сегодня волнуют людей. Мы провели 12 встреч информационной группы районного совета, где 118 вопросов было и поднято перед нами. 90 вопросов мы разрешили или разъяснили. 14 вопросов на сегодняшний день находятся у нас на контроле. В целом же председатель Хойникского районного совета депутатов Галина Бондарь уверена, что в решении вопросов населения важно взаимодействие депутатов всех уровней.